блаженні, чисті серце, яко тіє Бога узрят. Эти слова Господа мы чуем на каждой божественной литургии. А вот сегодняшнее евангельское читание нам дает приклад того, как саправды человек, у которого было чистое сердце, увидел Бога. Мы чули сегодня в Евангелии рассказ про то, как Господь у Капернауме оцалил слугу сотника. Этот выпадок отбылся у хутким часе после Нагорной проповеди, после того, как Господь научал народ. И вот потом, когда он был у Капернауме, подходит до его сотник. Сотник – это римский офицер. В той час Иудея была под уладой Римской империи, и в разных городах находились гарнизоны римских солдат. И вот сотник командовал сотней воинов одного из гарнизонов. И вот этот римский офицер приходит до Господа и просит его: «Господи, мой слуга спарализованный лежит у тяжким стане. Я молю тебе, прошу, прийди и оцели его». И Господь, бачачи вот это доброе, чистое сердце сотника, одразу отказывает: «Я приду и оцелю его». А мы далее бачим, чуем нечто незвычайное. Сотник у отказ на эти слова Господа, на эти обещания прийти и оцелить слугу, сдавалось бы, больше ничего и не треба, застается только чекать. Сотник каже: «Господи, я недостойный, как ты увойшел у мой дом. Скажи только слово, и выздоровее слуга мой. Одного только слова твоего достаткова». Конечно, вот эти слова сотника свидетельствуют о том, что саправды его вера была незвычайная. И кроме глубокой веры, у него оказалось и саправдное смирение. Это значит почуття своей недостойности. Это было саправды дивно, потому что этот римский солдат, сотник, он был язычником. Язычники не имели божественного откровения. Тем не менее, напевно, у час того периода, когда он был уже у Иудеи, он цікавився законом Божиим. Он мог нечто ведать. Тем не менее, он все-таки не был выхован от початку у законе Божиим. Але он жил згодно с голосом своего сумления. И он старался вот прислуховываться до того внутреннего голоса, який у ним был. И старался жить по правде.
Гэта, дарэчы, у священном писании не один приклад сотника, язычника, які вось так здолев спастигнуть самую сутность христианства. У книзе «Деяния святых апостолов», памятаете, там так само есть рассказ про сотника Корнилия, якому ангел явился и сказал ему: «Корнилий, твои молитвы и твои милостыни почуты перед Богом». Вот, оказывается, как сотник, язычник, он мог уверовать так и мог жить так, что его молитвы и милостины чул, приймал Господь. Так само вот и этот сотник, про которого сегодня нам рассказывает Евангелие, будучи язычником, будучи не выхованным в законе Божьем, будучи не обрезанным, как иудеи, и он тем не меньше, старающийся жить по правде, старающийся творить добро, и он очищал свое сердце, и вот этим чистым сердцем он у Иисусе Христе он познал саправды всемогутного Бога. Бо ничем особливым Господь у земным житті не вылучался. Он не займал ніякой посады, он не имел ніякой улады. Он был проповедником, який ходил с города в город, с села в село и научал народ, ходил по пыльных дорогах Палестины. И здавалося б, другі інші офіцер на місце гэтага сотника, ён, калі б йому Господь сказав: «Я прийду до тебе», ён би мог подумати: «Конечно, я ж маю владу, я командир». І ён, Ісус з Назарета, йому тільки гонор увести в мой дом, быть моїм гостем. Зусім інакш думав гэты сотник. Ён спазнав, убачив, адчув своїм серцем саправды святость Господа. І тому з таким смиренням, з таким благоговенням ён до Яго звертається. І Господь гэта адзначає. Ён саправды достаткова было слова, и мы бачим у разважаннях сотника абсолютную логику. И он каже: «Хотя я сам человек подуладный, у меня есть начальство, але у меня есть пусть гэтая сотня воинов, и я кажу одному: иди и раби тое, и он робит, другому кажу: туды иди раби, и он слухается и робит». А коли он отчув у Иисусе Христе именно посланника Божьего, то значит, ему повинно все подпорядковываться. И он убачил это, и он отчув это, и он был у этим перекананы. И Господь, бачивши вот эту вышиню его веры и его смирения, сказал, что навод в Израиле я не знайшов такой веры. И далей Господь добавил слова, якія было вельми важно почуть и его сучасникам, и важно почуть и кожному из нас. Господь сказал, что врешті-решт придут многие из усходу, из заходу, и узлягуть у Царстве Божием с Авраамом, Исааком и Иаковом. Это значит с праведниками, с патриархами Бога выбранного народа.
А сыны Божьи, а сыны царства, сказано, сыны царства будут выкинуты вон, и там будет плач и скрыгот зубов. Кто такие сыны царства? Сынами царства называли себе многие иудеи, найперш фарисеи, тые, якія добра ведали священные писания, тые, якія памятали про своих праицев, патриархов, про Авраама, Исаака, Иакова, и они, покольки лечили, что мы, яны наши праицы, мы с одного народа с ними, яны наши, значит, и мы будем там, где яны, у Царстве Божьем. И тому яны лечили себе сынами Царства. И, конечно, яны бы могли усе увойсти в Царство Божие, коли б яны закон Божий выконывали. Коли б яны саправды не только лечили себе боговыбранным народом, але и жили по заповедях Божих. А вот этого, на жаль, не было. Замест этого была гонорливость, гордость, отчувание своей некой большести. А вот саправды у сотника было смирение и была вера. И вот святые слова того Господа, что многие придут с разных, с усходу, с заходу, с разных краин и будут разом с праведниками, а сыны царствия будут выкинуты, это важно памятать и нам. Потому что и мы часом, саправды, гонаримся своей историей, славной историей, тысячегодовой христианской историей. Мы, саправды, это так само важно, мы ведаем своих святых угодников Божих. А не вот этой долученности до народа, самой долученности до церкви формальной, недостатково до спасения. Неколи апостол Павел, говорячи про вот таких иудеев, которые только гонорились тем, что они из Бога выбранного народа походят, и он им сказал, обрезание корисно тогда, когда выполняешь закон, а когда ты порушаешь закон, то твое обрезание становится не обрезанием. И вот, покольки обрезание у старым заповете, это был ритуал уступления у народ Божий, ритуал вступления в завет с Богом. Можно сказать, это было то и самое, что теперь для нас крещение. Так некоторые иудеи делили людей. Вот мы обрезанные, а они, язычники, не обрезанные. Так часом мы говорим, вот мы хрещеные, а вот там, и они там неверные, и они не христи. Да. И вот очень важно это слово апостола Павла, что когда ты не выполняешь закона Божьего, то твое обрезание становится не обрезанием. Это очень важное подтверждение для нас, и слово апостола Павла можно перефразировать и так, что когда мы, христиане, не выполняем закона Божьего, не живем по закону Божьего, то и наше хрещение оказывается, оно нам не допоможет, сам факт хрещения. И тому прислухаемся сегодня и до тех наставлений, которые мы чули и в апостольском читании, у послании до римлянов, где апостол Павел звертается до римлянов и каже, неколи вы были язычниками, неколи вы были рабами греху, а теперь, коли уверовали у Христа, вы стали рабами праведности. Дорожите этим, живите и памятайте, что вознагорода за праведность
это житё вечное. Аминь.